триммер работает, трава летит. На газоне еще несколько дней назад колосился бурьян, но местные жители терпеть этого не пожелали. И напрямую обратились в администрацию города. Тем более, что сделать это сегодня не составляет труда. Интернет-ресурс «Моя Самара» позволяет быть на связи как с компьютера, так и с мобильного телефона. Приложение «Моя Самара» помогает жителям оставить заявки на сайте, не выходя из дома. Можно также оставить жалобы на этом сайте. Поэтому также есть информация о городе любая. Такая форма связи оказалась очень популярной среди самарцев. С марта этого года на портал поступило почти 2500 заявок. И с каждым месяцем их количество возрастает. В большинстве случаев жители сообщают о проблемных участках дорожного покрытия, неубранных территориях, незаконно установленных рекламных конструкциях, а также о заброшенных автомобилях. Чтобы создать обращение, необходимо на портале «Моя Самара» перейти в раздел «Сообщить о проблеме», выбрать нужную категорию и потом зарегистрироваться, указав адрес электронной почты. Любой гражданин может зарегистрироваться на портале. Процедура регистрации достаточно простая. Достаточно указать свой электронный адрес, либо номер телефона. По сути, мы не требуем обязательного указания его настоящего имени и фамилии. То есть граждане могут оставаться анонимными. Чтобы обращение было принято к исполнению, достаточно отметить точку на карте Самары, написать комментарий и сфотографировать проблемное место. Но можно обойтись и без фото, говорят специалисты. Все заявки сначала поступают в информационную систему «Моя Самара» и обрабатываются модератором. Затем отправляются исполнителям. В их числе департамент городского хозяйства и экологии и районные администрации. В каждом из них назначены ответственные за обработку обращений граждан, поступивших через портал «Моя Самара». Мы сейчас отошли от бумажных технологий, то есть мы сразу эту заявку забиваем в информационную систему АИС Самара, где формируются поручения на исполнителей, фактически прямую, минуя главу администрации. Исполнители обрабатывают заявку и выходят решать проблему на место, будь то траву покосить или яму в асфальте заделать. На все работы отводится определенный срок. По итогам ответственные лица отчитываются также на площадке «Моя Самара». Ответ о проделанной работе приходит лично заявителю. В то же время сохраняются и привычные формы – личные приемы граждан и письменные обращения. Марина Матвеевна, Сергей Баскин, «События».